Региональный проект поддержки особенных детей получил федеральный грант. Объем финансирования на 2 года составит более 40 миллионов рублей. Это средства гранта и областного бюджета. Помогает нашей области фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Деньги гранта пойдут на создание современной инфраструктуры, служб ранней помощи особенным малышам. В частности, будет усилено развитие ресурсной базы в опорно-экспериментальном реабилитационном центре. Мы стараемся сейчас переходить на международную классификацию функционирования, что способствует тому, чтобы к ребенку раннего возраста уже относились как к очень активному участнику своей жизни, повседневной жизни, и помочь ребенку с какими-то трудностями быть очень активным в повседневных делах, как ребенок просыпается, как ребенок кушает, гуляет, а самое главное – играет. Также в рамках проекта будут созданы службы ранней помощи детям при больницах, школах и детсадах. Запланированы стажировки специалистов на федеральных площадках. Помощь по проекту должны получить свыше 4000 особенных детей. Программу реализует Министерство труда, занятости и социального развития региона.